зачем мы здесь? У меня плохое предчувствие. Да, мы тебя засняли, а, как ты там. Товарищи какой. Да, я повторяла, Саша, это лыжи неба. Молодец. Технику, технику. Мы еще там Сашу ждем. Какого? Какого зеленого? Этого? Зеленого, да. Ой, поехал. Первый раз поднялся туда на высоту. А теперь мне надо спуститься вон туда. Кошмар. Что это там? Во фрирайде, да? Блин, первый раз что-то как-то тяжело. Как Рожков такой говорил. Зачем мы здесь? У меня плохое предчувствие. Значит, так, еще раз. 11:27 сейчас время. Высота 2839, и пойду в гору туда наверх. Потом не знаю, сколько по времени будут подниматься. Ну, вот где-то они там спускаются тоже. Может, тут. Ой, вообще. А я спускался. Не знаю, не вижу ничего в камеру. Чего там в камеру? Где-то там спускался. Там прям вообще на жопе полз. Что-то повернуть я не могу, мне не получается. Надо ноги вон там по склону едут, но мне еще тяжело. Мне тяжело. Ой. Стою, жду, когда. Так, это вот Мартьянова. Я тут! Сейчас начнется. Ну что, я вот туда к вам, да, спускаюсь? Горы. Поднялся на высоту 2839 метров. И хочу подняться вон туда. Наверх, на самом деле. Не знаю, сколько еще подниматься. Но за кадром пойду. В общем, 2839. Ну, грубо говоря, 2840. Я здесь. Пойду наверх. Вот здесь.